19:05, житель Славского района поселка Ясное, управляя автомашиной Renault Master, совершил наезд на идущего в попутном направлении пешехода, также жителя Славского района, поселок Тумановка. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой помощи. Пешеход шел в темное время, в темной одежде, без светоотражающих элементов. МО МВД России Советский по данному факту проводит проверку.